целях профилактики распространения коронавирусной инфекции жителям Одинцовского округа строго рекомендовано ношение масок и респираторов в местах общего пользования. Соответствующее постановление подписано губернатором региона. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов призвал жителей и гостей муниципалитета строго придерживаться этой рекомендации. Напомним, с 12 мая ношение масок или респираторов в общественных местах станет обязательным.